Вот так вот, дорогие друзья, вы не ожидали, да? Это жесть. Это что просто... это было? Что это? Что это было? Это возврат в 92-й. Какая же это ностальгия! Ай, друзья, сегодня у нас обзор будет на классических Teenage Mutant Ninja Turtles. Turtles. И я вот... Вы чувствуете, вы слышите эти знакомые ноты? Восьмибитные эти нотки. Мне кажется, вот все, вот кто сейчас смотрит, у них немножко ёкнуло, вот где-то дёрнулось, да? Я надеюсь, но нас не все, конечно, смотрят такого возраста. Ты есть, себя есть, в старики есть, сейчас? Есть много списал? Молодых людей, да. Ты сейчас, да, списал нас в старики? Ну а как? Я думаю, молодняк реально, ну, не вспомнит эти игры. Они их не застали. Дело в том, что... Они уже начали играть, там, наверное, с, может быть, PlayStation 1, ага. Mortal Kombat 4, ну, там, да, знаешь. Да. Но мы начинали именно с этих вещей. Мы вот знакомились с компьютерными играми, непосредственно вот с этими квадратиками и вот... Ну, я тебе скажу, что даже в 2015-м картинка смотрится довольно-таки неплохо. Кстати, обратите внимание. А в 92-м? В 93-м это просто взрыв мозга был. Да. А ты помнишь то время, как часами сидели, проводили за мониторами, хотел сказать, за телевизорами? И нам всегда кричали, что вы долго не сидите, потому что посадится кинескоп. Да, кто там последний думал? Для родителей было самое главное, чтобы, блин, кинескоп не смотрели, потому что цветной телевизор, ты шо, тогда это было тоже весело. Нет, я играл на черно-белом, у меня в комнате стоял, а цветной, когда я подключал, это было шедевр. А я уже шпилил на цветном, мне всегда кричали, что и цветовая гамма полетит, и, блин, кинескоп сядет, и вообще мы останемся без телека, это было смерти подобно. Да, да, друзья. Ну, сейчас мы хотим немножечко вспомнить, так сказать. Давай уже пошпилим. Давай. Послушаем еще раз. Та-да-да-да-дам-дам. Ну, я это даже классика. Пританцовывать. Это начал. Классика, друзья. Тут, в принципе. Ну почему ты выбрал? Кавабунга, включайся. Как я включусь? Ну как ты включился тот раз? Тот. В тот раз в 93-м? Хорошо, я возьму Донателло. Да и мне не важно, какая разница. Вы помните все эту заставку? Я помню вот эту заставку. А что самое главное и очень интересное, так это то, что эту игру... Но однажды произошла какая-то жопа. Ой, давай посмотрим. А сейчас я помню, оторвется этот материк. Ребят, я сейчас не могу переводить... Потому что я забыл свои очки. Свои 3D очки я забыл. Что случилось, дорогие друзья? А вот он. Вот так вот. Да, раньше челюсть дергалась именно так. Имитируя движение рта. Вот, смотри. Это Нью-Йорк? Это Нью-Йорк. А, он все. Черепахи. Я схватил Эйприл. И отвез ее на какой-то остров. Если вы хотите вернуть ее вернуть, приходите и получите, возьмите ее. Ну, естественно, блин, все очень сильно рассердились и дали. Let's go, Turtles! Поехали. Включайся. Ну, как всегда, Леонидом. Сколько Дмитрий было любит играть Леонидом. А чего же я постоянно ее задом поворачиваюсь? Это мы уже обговаривали в предыдущих наших летсплеях. Я помню, мы с братом сидели и просто часами, я не знаю, днями сидели, потому что сохраняться в этой игре просто невозможно, а проходить надо... Няни сидели? Няни сидели. Я помню эту заставку, я помню этот пляж, этих пляжников. Это ребята с этим, с пахлавой. Проблема тут, не могу приспособиться. Тебе что, помочь? Видишь, он поворачивается все время, реально. Слышишь? Мне надо только вот их с этой стороны. Вот видишь, он разворачивается. Это билиберда. Ну, меня тоже дают по мозгам сделать. Мы давно уже с тобой не играли, просто. Чувак, он в ту сторону не бьет. В смысле, как не смотри, он, я только могу в эту сторону так делать, а вот в эту он сразу разворачивается. Какой-то гон. Так реально, попробуй.
Что-то у нас тут проблемы с управлением. Так, ну, в принципе, как бы... Не, вот ты сделай, как я делаю. Работает. Сделай, как я тебе говорю. А, ты имеешь в виду вот этот... Да. Так может, у меня так тоже не работает. Давай, ладно, давай, играем. Не заморачивайся, Дмитрий. Я сейчас проверю. Mm-hmm. Не, у меня работает. Вот, замечательно. Я тебе виноват. Давай я буду все время с этой стороны, а ты стой. Я и так стою. Ну так продолжим наш разговор. Кстати, да, друзья, в комментариях... Под описанием. Под описанием укажите, ну, у нас, в принципе, есть небольшой... Укажите номер вашей налоговой декларации. Мы вышлем вам чек. У нас есть... Не надо меня бить, пожалуйста. Перебивать ты, ну, я думаю, я так долго не пройду с такой... Ой, извини, я, по-моему, тебя зацепил. Ты видел, там звездочки как размером как мусорное ведро. Это такая одна и вынесет тебя сразу. Ты как-то стой сзади и защищай меня, я не могу. Вот, блин, ты можешь успокоиться со своим постоянно сзади? Ну, все, ты видишь, меня пугаешь. Играй без меня. Я, кстати, тут что такая... случилось, а где ты делся? Меня это уничтожили, а это мы только начали, это позор. Подожди, у тебя что, нету жизни? Я жду. Что почему это? У меня ноль? Так я ж тебя спрашиваю. Ты шо? Дмитрий, ты меня так не пугай. Как я буду без тебя? Вон, лево. Давай, разбирайся с ними. Не могу я так играть в эту сторону. Только могу с этой стороны работать. Ой, вот так тебе. Говорили тебе, не балуйся. Вот это вот сзади, сзади постоянно. Я постоянно люблю сзади что-то. Видишь, так я замечательно играю. Так самое просто... примечательное в этих играх на 8-битной приставке, так это я повторюсь очередной раз, не перебивай меня только в этот раз. Потому что я, вот, ну мы, я, все не могли сохраняться, мы просто... И, кстати, вот я сейчас поражаюсь, насколько... Я умер, блин. Насколько мы привыкли вот играть... Возьмем Микеля. А, там можно же выбирать, да? Ты потерял мысль. Ну опять не перебил меня. В общем и целом сохранять нельзя, и я не знаю, как мы проходили эти игры, если честно. А так и проходили, как сейчас. Сейчас мы проиграем, и все. У тебя с управлением только лучше было. Так, сейчас я помню, отпадут. Вот это. Вот хотел сказать хрень, но. Щиты эти, бигборды попадают. Не, реально. Ну что это было? Ну реально, это очень плохо. Ну бей ты уже его! Блин. Кавабунга. А где моя пицца? А давай постоим, смотри, постой. Да не будет не, ничего. Не-не, будет, смотри. Нормально. Я думал, ты имеешь в виду про щиты. Не, я помню это. Вот. Все. Кавабанга. Вот так. Как ты красиво его убрал. Осторожно, пожалуйста, играй. Давай хоть немножко дойдем до главного. А помнишь это? Босс. Босс, надо убить босса. Да попробуем сегодня убить босса. Да он тут не сложно побольше. Главное нам попробовать этот уровень хотя бы до конца зачистить. Да если б я... Так а самое интересное, что раньше друзья проходили в одиночку, даже без кооператива. Ну я как-то в одиночку, если честно, не особо играл. Мы с братом собирались. Я был одинокий волк. Когда мы играли в эту игру, мы еще не были знакомы. Я в то время, друзья, еще смотрел фильмы с Чак Норрисом и был одиноким волком в Черепашках Ниндзя. А между прочим, это какой год был? Подожди, игра 92-го, но мы-то играли позже в нее. В 95-м, наверное. Не, я раньше явно играл. Я, наверное, в 93-м, 94-м. Как только приставка появилась, я сразу... Ну, а когда она появилась? Ну, у меня еще до школы она появилась. Ну, у меня, наверное, конечно, она появилась в школе. Я не знаю, это именно какой класс. В школе ты уже на морду уходил. В школе я ходил уже в спортзал, качался. Да, во втором классе. Ой-ой-ой! Потерялся. О, все произошло благополучно. Так, вот где-то здесь уже будет хрюндель этот. Хрюндель, крутящаяся штука на голове. Да. Ну как, меня убили, я... блин. Как так? У тебя что, нету больше? Походу, да. Походу, я сам не потяну это все дело со своим управлением. Заговорили. Ногами. Ой. Заговорили ногами, да. Не, ну как, я сам это не сделал, конечно. Не одинокий рейнджер.
Я буду всех мочить суперударами, друзья. А, кстати, можешь сейчас мочить суперударами, потому что у тебя... Одна палочка. Одна палочка. О, вот я дошел до него. Дмитрий, только не тупи. Слишком мало было. Опа, вы помните этого учителя? Сплинтер его звали. Continue. Нажимай. А чё я? О. Так, Дмитрий, ты кого? Мне не важно. Давай Рафаэля. Давай я вот это. Дона. Королеона? Дон. А мы сейчас где будем, аж интересно. Да черт знает где, ты видишь, Let's Go Turtles с самого начала. Ооо, да ладно. Вот оно, друзья, и 8-битное чудо. Ну вот если честно, вот так не кривя душой, я хочу сказать, что мы вряд ли пройдем. Почему? Потому что я не могу играть в это. Еще когда ты меня лупишь, к тому же. Ну, так получилось случайно. Ты мог бы не заметить. Я все время... У нас так в стране принято, что когда тебя бьют, ты не замечаешь. Это у вас в стране принято, а у нас в стране принято не бить. Это у вас в Павлограде так принято. У нас принято... Опа! Ничего себе. У нас принято своих не бить. Да, сейчас Донателло кинет палку. Ты можешь защищать приятеля от нападения? Пришельцев? Да. Смотри, они на пришельцев похожи, кстати. Выскочили такие, типа, думают, крутые. Вот эти вот кумарят реально со своими звездочками. Да, кумарят реально то, что я не могу повернуться. Смотри, как меня выносят. А с бумерангами тебя не кумарят? Да меня все кумарят. И боссы меня кумарят. Да, слабо мы играем. То надо со всеми жизнями до босса доходить. А мы с тобой... Да по-любому. Там, кстати, еще под описанием напишут, что мы нубы. Нубы, даже не можем детские игры пройти. Ты видишь, эти игры, они самые хардкоровые. Я тебе сейчас не оказуален из World of Warcraft. Черепашки. А, кстати, я не договорил, ты меня очередной раз перебил. Говори. Друзья, ну, в этом... И подписчики. И подписчики, напишите в комментариях, у нас есть небольшой перечень игр. Если какие вы хотите увидеть, может, мы чем-нибудь сможем вам помочь. Ничего себе, вот это ты круто вообще сказал. Ну, я смог, да, наконец-то. Друзья и подписчики даже от... От услышанного, да? Им даже всплакнулось немножко. От самых продвинутых летсплейщиков такого даже не слышал. Я тут Game Online выдал, а? Игры на заказ прям. Да ну, красава. Ну а как? Надо же немножко как-то разнообразить. Да я смотрю, что мы разнообразили. Опять у нас очень мало жетузи. Я чувствую, тут хоть... Да, это проблема есть. Давай хоть этот уровень пройдем. Музыка как тебе? Музыка, кстати, это мне нравится. Ой, блин! Да, ну вот как так? Я не знаю, это не я. Так. Можно поаккуратней? Можно помедленнее записываю. Сразу, можешь сразу их мочить, нет? А не ты могу. Заметил, как они четко взрываются? Вот и все, и ты меня отомстил. А, и да? Я не да. Тут ты попал Майк, там. Раф. Давай Раф. Раф? Раф 4? Раф. Тойота Раф 4? Или это не Тойота? Да. Нью-Йорк Раф 4. Видел, город ушел. Да я не могу так играть, я напрягаюсь. Чего? Ну потому что влево не могу поворачиваться, а я и эту игру люблю играть вот таким вот образом. Сзади? И еще делать вот так. Ну я иду, а ты меня тормозишь, ты можешь идти? Вниз вообще-то надо было на самом деле. О, мы почти дошли до босса, но, кстати, довольно-таки жизни нормально. Мы еще не дошли до босса. Он уже рядом. Да черт ты. Сейчас вот этих банановых друзей уничтожат. Они кумарят тоже. О! Оба! Я вернулся.
Ну твой этот. Ну пострадал, пострадал. Пострадал немножко. Ой, я не хотел что-то делать. Ты тоже? Четко причем улетел. Да, сколько было, это сколько было в детстве. Так, радости. Я так смотрю, нам надо немножко разделяться, чтобы не находиться. Я не могу разделяться, ты можешь стоять с той стороны и мочить с той стороны, а я не так могу повернуть. Так ты будешь ко мне задом опять. Вот так, стоим, смотри. Вот я так, а ты повернись ко мне. А я сзади, вот так вот. Нет, развернись. Вот так. Вообще развернуться? Вот так. Прикрываем друг другу спины. Оп, смотри. Это круто. Оп. А что-то там крутится. Смотри, оп. Все, босс. Его надо суперударами мочить. Да, чувак. Вот что-то, что я говорю. Такие суперудары, что... Ого! Давай вместе, нападаем! А он же, блин... Я тебя мочил, да? Жестко. Мочи его суперударами. Да, с суперударами. Он суперудары еще жизни хавает. Ему. Вот так. Мы это сделаем. Дмитрий. Нагибатор смог. Ту-ту, мы сейчас будем, да. О, сейчас, кстати, классная миссия будет. Дон круче сыграл. Обрати внимание. Да я вижу. Пока ты там за спинами ходил. Написано, push нажми button. Кнопку. Там было батон? Написано, съешь батон. Откуси батон. Пихни вообще-то. Так, все, вот можешь, вот как я тебе сказал? Да, могу. Быть сзади, я не могу, потому что их лупить. Вот так, стой. Да, и все, а я с этой защищаю. Зачищаю. Ой, получилось. Что-то ты там зачищаешь так, блин. Да? Ну... Справляешься, да? Блин, ну джойстик такой. Блин, ты знаешь, если не хватает сейчас студент питания, вот, блин, она сейчас бы помогла. А, да, кстати. Ну, я не знаю, ну, а мы как-то проходили это все дело. Без студента. Нормально было, а? Без студента. Блин, ё-моё. Да ё-моё, эти морские котики. Морские котики. Как же это котики? Все морские. Так, что-то у меня завтыкал Рафаэль. О, я помню эти бомбы. Ой, блин. Вот их надо перепрыгивать, друзья. Жесть. Я смотрю, ты так напрягся, ты в Mortal Kombat не так напрягал. Я в Mortal Kombat вообще не напрягался. Ну разве да. Можно эти игры сравнивать? А что такое, ну? Играем как нубы. Не, ну правильно, навык это, извини меня, потерян уже в 93-м. Ого! Маневрируй. Я могу только прыгать. Реально, реально. По-моему, я маневрирую, а ты там какой-то хренью занимаешься. У меня что-то с управлением, реально. Тяжко идет. Я вижу. Так, ты решил, значит, меня кинуть, да? Ну, немножко хотя бы. Пока это всякая фигня пройдет. Так. Слушай, прикольно, а? Я не пойму, а что ты смотришь в монитор? На куда мне смотреть? На стену. Друзья, слышите, он говорит, чтоб я играл, смотрел на стену. Оригинально. О, блин. Ох ты, тут проблема. Вынос. Давай, Дмитрий. Да ну как? Ты ж да я за тебя погиб. Это обзор так, немножечко вспомнить, но не полностью, мы будем ее проходить, правильно? Не в состоянии мы ее полностью пройти. Я просто не смогу это осуществить. Да что такое? Не надо, давай друг друга лупим. Да вот надо вот эту фигню убить. Он еще и с номером там что ли? Это гаишник. Летающий, кстати, смотри. Уже в 92-м были придуманы летающие машины. Летающие гаишники. А в 2015-м еще слушай, не слушай, еле завалили, это ж ужас. Ту-ду-дум, все, ес.
Зато мы прошли. Да, мы на танкер. О, я помню. А я помню, тут можно сделать вот так. Ой. Ты смотри, доиграешься. Ух ты, блин. Я буду ее мочить, а ты мочить ее. Да нет. Смотри, он обгорел ее. Это ты сильно круто уже решил. Ой, что он же? Попали. Эта миссия нам будет очень тяжела. Да на. Сзади. Сзади ты любишь. Да. Ну, стой с другой стороны. Ну, давай, бей. Да что ты, я как я подгорелый батон. Это не пушка какая-то вот вылазит. Да. Жесть. Все вместе, да, жесть, трэш какой-то. Дум, ребята, Дум 3. Ну, 4 скоро будет, да? Да. Это Тортлес. А кстати, я помнишь Тортлес в бои? В больнице? Да в бои, говорю. Че ты меня валишь? Часть, как они там, помнишь? Не помню. Ну как типа Mortal Kombat, только тут выбираешь черепашками, рубишься. Вот, кстати, у меня это не было серии. Это там, где Шреддера можно выбирать. Да. Это ты не рассказывал, я такой не играл. Да ты шо? Это капец. Да ты шо, мы с братом помнят это дело, да? Надо найти. Надо найти, да. Помочить. Я, по-моему, тогда даже хотел в нее поиграть. У меня так и нет. Не нашел вышло, я. Да? Картриджа не было. А с тобой мы тогда не были знакомы. Наверное, нет, не знаю. Я бы подогнал картридж. Шо, я уже сдох. Опа! А у меня еще есть житуха одна. Да. У меня уже ничего. Ой, вот так, кстати. Я постоянно умираю. Вот, друзья, это к слову о профессионализме. И к нубовству. Чё ты умничаешь? А я помню этот звук. Вот тоже. Я сейчас помню... тебя выключу игру, а то ты умничает сидит. Я помню, эти джойстики такие квадратные были. У меня Сюбар был, кстати. У него Тубар был. Тубар был попозже. Ой, ёпта как. Ой, вот эти монстры мне не нравятся. Это монстры, которые работают на Ворхеса. А ты видел, как я раскидал? Уже зеленые. С двойными такими ножичками. Это не зеленые, это цвет... Аквамарин. Марина, аква. Классная музыка. Кстати, надо на вызов себе на телефон. Ой-ой-ой, я дошел до него. Это сложно. Это капец. Я его сам не осилю. Да, осилишь. Уход бегает быстро. Застрял. Отбегай. Да не учи. Красавчик. Вот пока он застрял, вот там вот, тебе надо его мочить. Ой, ёпта. Он даже еще не это, не мерцает. Да нет. А он может выбросить эту свою трубу? Он сейчас побежит с ним. Вот когда побежит. О! Давай! О, блин! А он даже не мигает, а у меня две палочки. Ты что успеешь две палки выкинуть? Успеешь. Сплинтер проорался тебя. Сейчас сплинтер будет. Вот, видишь? Че, продолжаем? Так, ну что, continue, у нас еще две штуки. Чего две? Так, ну ладно, давай уже. Мне Дон понравился. Я не сомневался. Ну, по крайней мере, на этом уровне. Не, так подожди, мы почти до босса дошли, между прочим. Да еще не дошли, мы только на катер высадились. Мы что? Ну, давай как-то поаккуратней. Давай. Я говорю, мы там же жизни потратили до катера, аж до хера. Знаешь, что когда в маске не шоу? Не надо ее трогать, пошли! Извини. Спасибо, видишь, вот... вот это бывает, тут две пушки, давай, ты можешь... Да ёлки-палки, ты можешь отчешь. Что ты сказал? Я не могу выговориться!
Ты мочишь одну, я другую. Да что такое? Давай. О, все. Это два сухаря. Да не важно, блин. Что это с молоком? Это я же говорю, напоминает маски-шоу, там это было. Да, да, было. Слушай, это гумарят реально эти пушки. И опять у меня жизни меньше, чем у тебя, ну где справедливость? Потому что я, это слово профессионализм. Хватит с твоим профессионализмом. Бляха, ну уже матов не хватает. Ты уже заматерился, тут очень жестко. Надо будет на такую простую, в кавычках, игру ставить 18+. Ну, шо, по крайней ты мере, заметил, что я 16... все делаю за тебя? Что ты делаешь? Ты смотри все за люком. Пучки залу... Пучки! Вот именно. Я все пучки залупил. Все пучки, блин. Пока ты... А знаешь, вот я сейчас играю в нее, мне казалось, это так долго, мы доходили до этого. А тут оказалось... Так доходили все... гораздо дальше. Нет, я говорю, в детстве, когда мы играли, казалось, что это так далеко до босса. А я тебе скажу, потому что тогда время... шло не так меня? Быстро, как сейчас. Думаешь, что солнце потому что стало одно? Там вообще как-то земля была не в той орбите. Так, разберёшься там, да? Я понял, разберёшься. Так, ну что, это, ты хочешь сказать, нормальное у нас положение дел? Отличное, я думаю. Так, не это. Не стой на пути у него. Мочи. Ты был там и тут тупишь. Ну чё ты на меня кричишь? Я так не могу играть. Появляйся давай там. Блин, я не того выбрал. Бляха, мы. Давай еще проиграем. Так проиграем. Это ж не Mortal Kombat, Дмитрий, я в черепашках не рулю. Так, не допускай его до трубы. Так это заскриптованная сцена, как это так все равно получится. Ты шо, умных слов набрался, заскриптованная. Нет, так оно и есть. Да что ж ты скажешь? Ну и ну, блин. Жесть. Так где суперудар? Давай суперударами мочи. Давай. Я пока не могу. Бляха-муха. Давай проиграем, а? Нет. О, мерцает. Бля. Да что ты? Это уже даже это напрягает. О! Это я сделал. Это был мой, да. Так как, конечно. Однозначно. Так, сейчас где будем? Ты помнишь? Опа, Нью-Йорк. Статуя. Статуя. Зато статую не подняли. О! Ого. А, на мосту сейчас будем. Кстати, это хорошая серия. Угу. Так, ну, как всегда, у Димы больше. Нет. Хотя у Лео больше. А я потому что Раф, а я Дон. Ты впихнул батон? Я там впихнул все, что можно впихнуть. И как всегда знали. Да? Я помню эту миссию. Эта миссия, кстати, не такая уж и легкая. А, тут, по-моему, будет на машинке кататься. Да, 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 босс тут такой. С динамитом чуть-чуть. Ага, ага. А, вот тут у него на голове будет крутиться, я думал... Саундтрек, класс. А что со мной случилось? Ты, чё я... Ты упала, меня задавила. Ты думал, то я, да? Ничего не понял. Да нет, я думал, что он повисит и вылезет. А он что-то передумал. Да надо самому вылазить, все, он не будет. Нет, ну так я нажал, чтобы он вылез, а он передумал. Он не будет вылазить сам, еще раз тебе говорю. Ну ничего, само не вылазит, она напрячься. А это, кстати, этот... как эта игра? Контра. Супер Контра. Это чуваки с Контра. Так реально. Нормально. А, ой-ой-ой. Ох ты, блин, вот он. Это не босс же. Он обратно. Да какая поедет. Разница? Отойди. Да как тебя убили, блин? Че его нельзя убить, я уже не помню. Нельзя. А слышишь, там же несколько частей, да, черепашек вроде как бы было? Да, ну это третья, а там вообще, конечно, было. Там в подвале еще где-то было.
Ой, нет, вот они уже оказались длинными, особенно учитывая, что сохранений нет. Да, да, это было. И проходили же, до конца доходили. Потому что аккуратнее играли, понимаешь. О, ты видел? Я завалил. Да нет, опять тебе не помогут. Ну, конечно. Какой-то мост, да, для Нью-Йорка сильно покоцанный. Ну он же поднял город. Куда поднял? Если нам нужна Эйприл. Кстати, кто не знает, Эйприл это апрель. Апрель, а она нам нужна вот? Не знаю, сейчас какой месяц? Ноябрь. Пока не нужна, еще в ближайшие полгода мы можем без Эйприла обойтись. Ой-ой-ой. Ой-ой. С чем они? Чем? Ты что, не видишь? Это как Шварценеггер в фильме «Команда». А-а-а. С бревном. Да, друзья, это вам, конечно, не Ведьмак. Ведьмак по графике проигрывает. Однозначно. Но там есть Цири. И это вот как ее еще там есть? Это тот, который Ведьмака играл. Ну, рыженькая его. Любовь, похоть это. Или черненькая. И черненькая, рыженькая. А там еще, по-моему, была пастушка какая-то. Там была. Или это пустышка была? Нет. Пастушка или пустышка? Там не пустышка и не пастушка, там была эта, которая травами, целительница. Алхимичка. О, мы дошли, что ли? Да не знаю. Да. О, так это ж суперчерепаха. Это суперчерепаха, это их брателла. Это какой? А я не помню, кстати, как там по мультику. Давай. Мочи давай, помнишь. Тикай. А что мочи там, блин, ты видишь? Я так не умею на панцире кататься. Дай мы не пройдем его с жизнью. Там мы его даже не это... Не гандошим. Да потому что ты все время умираешь. Прыгай. Я не... У меня управление печальное. Прыгай. Че ты начинаешь сразу вот это... Управление печальное. Ого. Да, он сложно. Я его зацепил. Все, пошла, да. А музыка, кстати, знаешь, напоминает, когда босс в этом, помнишь? Музыка напоминает ACDC. Нет. Это что такое? Он будет что-то делать? А что он так может? Та, ну ты что? Да не, ну смотри, он постоянно крутится. Хотя бы сделали какой-то эпизод, что он не крутится. Блядь. Та, ну ты что? Мы его разозлили, походу. А его надо не... А меня его как надо разозлили. Мочить. А меня как разозлили, слышишь? Я уже нервничаю сам. Друзья, вы этого не видите, но я нервничаю. Все. Вот как у тебя еще одна, все. Мочи его суперударами. Нам главное пройти его, чтобы потом не начинать эту миссию опять. Ой, бля. Да. Ой, мочи. Не отвлекай меня. А то ты меня как вот тот Джек такого Куарес, блядь. Да я здесь не помню, Куарес, так... есть. Я не помню, чтобы он так все время крутился, знаешь? Это какая-то, блин, хардлайн, какая-то это, версия. Это, да, это... Когда он светиться начнет? Ты же там следишь за счетчик. Да, потому что мы его еще и не мочили. Я так до него вообще добраться не мог. Слушай, что-то наш этот стрим с позитивного какой-то напряженный перевод. Да, я тоже заметил. Друзья, я напрягся. У нас и так бывает тоже, поэтому вы там сильно нервничаете. Не очкуйте перед мониторами. На телеке вы смотрите, на телефоне. Особенно перед телефонами не очкуйте, потому что... Во-во-во-во, уже мерцает, давай. Да это потому что я такой красавчик. Как этот суперудар делается? Во. Бляха, мы. Ты видел? Ну кто это сделал? С одной палочкой, конечно, Раф. Друзья, а вы можете с одной палочкой? Пошли дальше, что ты стоишь? Пиццу. О! Бери, ты одну, я вторую. А я мог две взять. Мог, а только толку. Да нет, мне нужен Раф. Раф 4. Видишь, мы таки прошли, ладно? Да, мы еще круто. Пессимистический настрой откидывать. Давай вообще все писи откинем. Нельзя. Ну, сейчас пока не. Кстати, нормально геймплей пошел. Да, разошлись немножко.
Ну правильно, ко всему надо приспособиться. Пристреляться. Как говорится, вы это сделал. Как же все? Не могу сосредоточиться. Сделал дело, вымой тело. Как шахтеры со спасателями. Понял? Сделал дело, вымой тело. Как тебе такая поговорка? Это все к этой же. По-моему, нас только что раскатали. По полной. Сделал дело, вымой тело. Это я только что к предыдущей палке хотел как-то прикрутить, что-то не смог. Что у нас вечно заходят разговоры не в ту стиль? Да причем мы же играем в Туртлес. Подожди, опять эта машина. Сейчас будет второй босс. Да, тот. А то, кстати, он и ездил. Да кто? Не. Да, да, да. А, может быть. Я имею в виду, что там черепаха ездила. Нет, я имею в виду... Да что такое? Они крутые. Ну сейчас еще сдох. Крутой это Раф. Посмотри, да какой выносок. Кстати, он там Раф стоит, ты видишь его? Все. Ого! О, это серьезнее. Друзья, это уже, блин... Это не Guns N' Roses. Да, эти могут и прилупить. Вроде бы дрыщи. Вроде бы. Я, слушай, я попутал наших героев. А я понял, что у тебя одна жизнь? А у меня ноль. Ну значит, ты так играешь. У нас было по нулям у обоих. По нулям? Слышишь, подожди. Что-то хотел сказать, сбил опять, как всегда. А я, да? Ну а кто? Это дискриминация. Одним каналом, другой. Ты это уже слышал. Где-то, наверное, в этом месяце или прошлом. Да не трогай. Мы, короче, друг друга уже фигарим. Да не трогай меня, да. Убей его. Отомсти за предков. Вот так. Ооо! Кореш. Он, кстати, не сложный. Да совсем. На я тебя, и вижу. На тебя вся надежда. Я и вижу, что я уже умер. На тебя вся надежда. Нет, ну ты без меня не потянешь. Какой там ты шел? Суперударами можешь начать? А что-то не работает. Да потому что управление, да. Вы слышали? Не надо себе облегчать. Так, стоп. Стоп, я сказал. О, как ты смотри. Фух, я хотел перевести дыхание. Да, немножко напряглись, напряглись. А меня уже аж этот было 3D очки, я тебе говорил. Да чё он не крутится? Так, жесть. Да нет, все, без Дмитрия Нагибатора это просто Видишь, вы, кстати, друзья, обратили внимание, кто тянет всю игру? Так смотри, я на него прыгаю и все. Вот так надо было сразу делать. Ага, я так вот умереть сразу. А ты что так, что так? Блин. Сплинтер опять нас проорал. Континь. Все заново, да? Еще. Нет, после первого босса, после черепахи. Так, давай я другого возьму. А я давай его. Да, а я Домика. А где это, мы интересно? С самого начала? Да с самого начала уровня. Да ладно, до черепахи? Да. Да ну, это уже не интересно так играть. Да, это уже мы не пройдем. А? Не пройдем. Ну, бросать же не будем, будем пробовать, правильно? Блин, меня раскопало. Опять меня закатали в асфальт. Это у нас последний, да, попытка? Да. Ну, хоть не упасть в ту дырку. Блин, в дырку? Опять ты. Чем ты? Ну пошлый им, пошлый. Я считаю, это нормально. Опять надо будет 18 плюс. Мне как-то ноги мешают. Отрежь. Я что-то уже устал, если честно. Я не могу повернуться в эту сторону. Меня это дико напрягает. Скорее всего, это просто после спортзала. Недосып. Ну да. Оп, тикай. Тикай. Оп. Обратно. О, лови трактор вот сюда. И обратно. Так.
Ну, меня один раз, по крайней мере, а тебя. Чеши вперед. Ты кричал, что тебе впереди нравится. Ну, мне не нравится впереди. А, тебе позади нравится, да. Не надо меня трогать. Я никому ничего не сделал плохого. Да, это ты знаешь. Да, друзья. Как профессионал работает. Ой, да все уже давно поняли, кто есть и где. Что-то тебя там он очит один. Такая он сзади, я тебе говорю, не могу поворачиваться. Дай мне, Дмитрий, хотите атаковать управление, и я хотите атаковать Дмитрия, подходите сзади. Он не отказывает сзади. Неправильно сформулировано предложение. Я люблю сзади. Текст по-дебильному написан, да? Это подписчики не поймут. И друзья? И друзья. По-моему, тебя раскатали. Да я уже запутался, кто есть кто, если честно. Хуиску. Прикинь, вся А кстати, та черепаха, то не босс был, то так просто. Да ничего, я бы не сказал, что это так просто. Он довольно непростой. Ну он непростой, мы сделали именно так. Да нет, здесь просто два босса. Ты что, меня убили уже? Меня. А, тебя, ну тебя ладно. Ага. Вылетаешь. С кнутами вот это, ты любишь кнуты, я знаю. Садомаза. Ты что, ты не разберешься с ним? Да не могу, я уже устал в одну сторону только все время идти. Ну можешь возвращаться назад. Наоборот, мне надо назад не получается. Ты же не хочешь защищать с той стороны? Так чеши тогда, я буду сзади. Ну, ты вот сзади ни черта не делаешь. Ну, так ты ж сказал, я твою задницу прикрываю. Так надо ж там, ну. Не напрягайся. Я не напрягся. А то рэпнет что-то. Сейчас черепаха будет. Давай. Ну, их какую-то миссию сделали тяжелую. А мы ж проходили, по-моему. Проходили. А или нет? Проходили, до канализации доходили. А, точно. Ну, это спойлеры меня... были, друзья. Только. Там, извини меня, у меня управление было нормальное, поэтому и доходили. Ой, ну, каждый, блин, это... Как там, про танцором, блин, это все. Ой, давай не будем про танцоров вспоминать. Каждый танцор это свое болото хвалит, да? Каждый танцор... О, он уже мигает. Да какая там мигает? Мигает, когда лампочку поменяют. Сволочь, а. Коварная черепаха. О, друзья, вот это хардкор, я понимаю. Dark Souls. Вот оно, блин, хардкор. Да и что-то не работает, ни супер удары, ничего. Что-то я даже больше, чем в Battlefield напрягаюсь. Не знаю, я уже устал, если честно. Слушай, подожди, где я, где ты? Я уже попутал. Да я вон в синем, ё-моё. А, ты в синий, фу. Я все время забываю, что ты в синий. С трезвой головой, друзья, один ядом. Да, оказывается, не такая уж и простая эта игра. Ты видишь, мы его зажали, и он не крутится. Он уже мигает. Блин, не там уже выбрал это. Надо его зажимать. Это сказал тот, который любит сзади. Блин, ну я не могу, он все время сводится в какую-то пошлятину. Друзья, мне уже страшно здесь сидеть. Бери пиццу. Возьми еще, у тебя опять на одну жизнь больше. Да потому что я аккуратнее играю, тебя ж только что убили. Потому что я не могу поворачиваться, у тебя управление лучше. Хорошо, возьмешь тот жизнь. Да уже не будем брать. Скоро уже и закончится игра. А чё ты? А? А, ну да, у нас уже все хитпоинты вышли. Или там еще одна? Ну если еще одна, я уже не буду играть. Я уже просто принципиально откажусь. Пусть даже друзья и подписчики обижаются. Фу, подожди, давай немножко это, а ну. Что-то непонятно на тебя, ты устал?
Я немножко устал, почему-то я напрягся. Вот я не понимаю. Вроде как бы это, но как-то вот есть такое впечатление, ну, усталости, что ли. Ну что ты скажешь, а? Может, немножко потолкуем о жизни. О жизни. Да, ребята зашли на канал и запустили, чтобы не слушать о жизни, наш бред. Пятиминутное вступление старперов о классных 90-х. Давай, они и так бред наш слушают уже, сколько там ролик идет. Полчаса, наверное. Да полчаса, наверное, зайдет. Как думаешь, кто-то досмотрел до этого момента? Ну да, тогда им можно смайлик. Дорогие друзья, кто досмотрел до этого момента, пожалуйста, напишите в комментариях. Мы будем очень признательны. Что вы смотрите до конца. Оп. Так, главное, чтобы не раскатали. Оп, получилось. Я еще кого-то увалил. Ой, я громко крикнул, наверное, немножко. Ты всегда громко. А? Опа, давай, так смотри, мы почти в теме. Давай вот этих красивых работаем. Работа, не красиво. Вышло. Слушай, ну бугаи, так блин, они, а? Забирают сразу по палочке, ёпта. Так это бугаи. Вот так. Уложил сразу двоих. Ну что тут сказать, сильно. Вот, видишь, когда сильно, так сильно. Я ничего не скажу просто. Меня сделали немножко приплюсом. Бывает. Да что такое? Ну они уже достали эти вот. Это не то слово. Просто желтые. Да что ты будешь, зеленый, красный, желтый. Все в масках. Голубые, ты заметил, красные. Мы не видим их лиц. Обратил внимание? Это инопланетяне, ты видишь. Девушки бывают разные. Черные, белые, красные. Ну это как раз тот момент, вот только они поранже были. Все, у нас довольно-таки неплохо жизни. Так, давай его мочим. Так, я уберу его вот этого вот. Поехали. Зажимай его. Не говори ко мне такие слова. Во время игры. Вот я его сзади. Ты издеваешься. Зажимай его сзади, блин. Да слушай, ну сволочь. Что я могу сказать? Вот, кромсай его. Ага. Ой, я сейчас уже это уйду в ангар. Ушел. Ты меня еще помог добить. Да я уже не знаю, уже чем его бить. Ой, он даже не мерцает еще, чувак. Он тебя уделал. О, давай! Давай, 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 чуть-чуть осталось. Давай, давай, я верю в тебя, друзья, мы верим в него. Ха, хрен там будет, да. Да ты шо? Да. Да какая разница, с одной палочкой оставаться все равно как-то. Вот на этой прекрасной ноте. На этой прекрасной ноте, дорогие друзья. Заканчивается каждое наше повествование. Заканчивается замечательный обзор игры 90-х. Игры нашего детства. И вашего, я подозреваю, некоторых наверняка. Поэтому пальцы вверх. Поэтому пальцы вверх. Вот, кстати. Пальцы следующая вверх. Миссия. Это если кто хочет немножечко... Пальцы вверх, говорю. Пальцы вверх, дорогие друзья. Пишите в комментариях ваши пожелания и отзывы. Все попробуем удовлетворить. Спасибо за внимание. С вами были Нубьё. Я не хочу сейчас говорить Нубьё. Название наших каналов после этой фразы. Что? Ну ты сказал, с вами было Нубьё, и я хотел сказать название каналов, но не буду теперь. Ну а как ты думаешь, в комментарии оценят нашу сегодняшнюю игру? Мне же самому стыдно. Так, хорошо, друзья. Это был просто смотр, поэтому сильно серьезно не воспринимайте. Самое главное, это наше позитивное настроение, которое, я надеюсь, передалось и вам тоже. Поэтому находите себе эмулятор 8-битки, устанавливайте Teenage Mutant Ninja Turtles и нагибайте. Все в ваших руках. До Всем встречи. Пока.